Щербакова, 31А. Девятиэтажный панельный дом 1967 года постройки. Единственная парадная в здании поддерживается в удовлетворительном состоянии, установлен домофон. Около подъезда есть старенькая скамейка, посажены клумбы. Места для парковки автомобилей не предусмотрены. Двор зеленый и тенистый. Есть скромная детская площадка. Рядом есть остановка общественного транспорта и киоски. В здании находится китайский ресторан. Неподалеку продуктовый магазин. В окрестностях шумно. Дом в удовлетворительном состоянии.